Приветствую вас. Отчасти я, наверное, соглашусь со своим коллегой. Отчасти. А отчасти я, наверное, скажу немножко по-другому. А вот заметили ли вы, я вот не знаю, заметили вы или нет, заметили ли вы, как вы задаете свой вопрос? То есть, вы говорите, кто такой трус? Сильны мы трусы. Задаете вы вопрос такой. То есть вы подходите к своей проблеме, да, к своей проблеме вы подходите исключительно через вот такой аспект. То есть аспект рационализации, аспект рационализирования. То есть, чтобы оправдать свою социофобию, например, которая у вас, может быть, есть, а может быть, ее нет. То есть, тут нужно еще смотреть. Чтобы оправдать свою социофобию, вы прибегаете к механизму защиты рационализации. И пытаетесь, значит, найти разумное объяснение тому, что с вами происходит. Вот. Скорее всего, при этом, значит, надеюсь себя оправдать. Ну, я так, по крайней мере, думаю. То есть вы сидите в своей социофобии, возможно, вы не знаете, что с ней делать, с социофобией. Вы не знаете, что с ней делать. Вот. И пытаетесь найти ей оправдание. Такое. Вот. На самом деле это не работает. Потому что социофобия не имеет ничего общего с трусостью. Вот. Я вас расстрою. Вот. Социофобия абсолютно ничего общего с трусостью не имеет. Социофобия — это страх, как и любой страх. Это страх перед неизвестностью, как правило, всегда. Значит, то есть здесь невозможность принимать быстрые решения, может быть быстрые, может быть спонтанные решения, то есть некоторая в поведении, принятии решений. Вот. Социофобия также является одной из форм проявления ваших желаний, которые вы не удовлетворяете. Вот. И, собственно, через социофобию пытается удовлетворить, пытается реализовать. Не всегда, конечно, успешно, вот, но пытается это сделать. И это нужно очень четко понимать, что за социофобией скрывается потребность. Действительно. Вот.
И потребность в данном случае может быть во внимании других людей, в оценке других людей. Вот. Ну, может быть в чем-то еще. Может быть в чем-то еще, может быть чего-то я не знаю. То есть с чем-то, да, что вы хотите, но что себе запрещается. По ряду причин. Вот, это очень важно понимать. Опять же, это очень важно понимать. Для вас. Вот. Социофобия, таким образом, как и любая фобия, да, это запрет. Это запрет на определенные действия, на определенные желания, на определенные потребности. Вот что такое запрет. Вот что такое страх. Вот что такое страх. Вот. А если же мы говорим про непосредственно трусость, если мы говорим про непосредственно страх, ну и все это связано с трусостью, например, вот, то здесь история совсем другая. А трус – это человек, который позволяет своему страху владеть собой. Трус – это человек, который позволяет страху влиять на свою жизнь, на свой выбор, на свое поведение. Ага. Трус – это человек, который не отделяет одно от другого. То есть не отделяет то, что действительно страшно, вот, от того, что совсем не страшно, на самом деле. Да, то есть друг – это человек, который, ну, находится во власти страха своего. Вот. Но я бы, если честно, я бы еще уточнил обязательно, что трус – это тот, кто использует страх, именно использует страх, себе на благо, себе на пользу. То есть трус – это тот, кто через страх получает для себя то, что ему нужно. Ну, то, что нужно вот человеку конкретно. Вот, по моему мнению, трус именно этот человек. Вот. То есть трус это тот, кто никогда не будет что-то делать, там, например, ну, там, грубо говоря, для других людей. А? Это труд. Можно ли сказать, что все люди, которые ничего не делают для других людей, да, и которые не совершают никаких поступков, не рискуют и так далее, трусы? Нет. Так сказать нельзя. Далеко не все люди, которые поступают так, являются трусами. Но многие из них таковыми не являются. Вот. Поэтому здесь очень важно понимать. Трусость, с одной стороны, это отсутствие контроля своего страха и позволение страху влиять на нас. С другой стороны,
трусость – это выгода. Получение определенной выгоды. Исходя, ну, из того, что вот, собственно, человек делает. То есть это вот такая история. Вот, в принципе, и все. Вот, в принципе, и все, что можно вам сказать по факту. То есть, если вот говорить именно по факту, да, если говорить именно как есть, то вот на этом, в принципе, можно и закончить свой ответ. Другое дело, что ваша, как бы, социофобия, да, это, в общем-то, ну, знаете как, ну, мне бы не хотелось говорить, да, что это именно прям проблема. Не хотелось бы говорить, что это именно прям проблема. Это просто тревожный знак. Это просто тревожный знак, это просто достаточно тревожное ну, событие, тревожный сигнал. Вот. И я думаю, что было бы здорово, если бы вы отделили все же свою социофобию, да, которую еще, кстати, нужно, значит, ну, диагностировать, да, которую еще нужно, значит, идентифицировать от трусости. Вот. Понимаете? Все ли мы трусы, спрашиваете вы? Отдавая себе отчет в том, что вы пытаетесь рационализировать, вот отдавая себе отчет в этом, в том, что вы все-таки рационализируете, вот, сейчас, я все же хотел бы сказать, что если предположить, что все люди боятся, а исключительно все люди испытывают страх, вопрос в том, как он, этот страх, на нас влияет, да? То да, можно сказать, что мы все люди трусы, да, это действительно так. Но есть храбрые люди, есть. Есть те, кто не поддается на свой страх, есть. Есть те, кто, значит, ну, несмотря ни на что, все равно что-то делает. Даже если боится. Есть такие люди. Поэтому не все позволяют трусости, значит, собой овладеть. Не все. У кого-то это получается, а у кого-то нет. Кто-то может это сделать. Кто-то нет. Вот. Мне кажется, что здесь самое главное не спешить навешивать какие-то, знаете, ярлыки на людей, да, и ну, не торопиться с выводами. Вот. Торопиться с выводами и все-таки давать людям шанс. Вот. И смотреть. Когда страх полезен, а когда нет.
когда страх на пользу, страх он бывает на пользу, бывает, когда страх защищает нас, действительно защищает от чего-то, ну, от каких-то моментов, да, ну, вот. Это нормально, когда такая история происходит. И здесь нужно только адекватно, мне кажется, к этому относиться, и все, вот. Все будет хорошо тогда. Надеюсь, на ваш вопрос я ответил, хотя, безусловно, как я уже сказал вам, вы занимаетесь рационализацией. То есть вы занимаетесь оправданием, вы занимаетесь попыткой привязать свой страх, да, вы занимаетесь попыткой привязать свой страх к чему-то, конкретному. Вот. На мой взгляд, это не здорово. На мой взгляд, это не здорово. Вот. Ну, то есть, хотя бы потому, что рационализация еще никому ничего хорошего не принесла. Надеюсь, что и вы для себя это поймете, надеюсь, что и вы для себя это увидите, надеюсь, что и вы для себя это откроете, вот, и все-таки постарайтесь, ну, по-другому воспринимать эту историю, то есть отделите одно от другого. Это важно. Ага, на этом, в принципе, все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете мне задать эти вопросы в личку. Вот, я буду рад вам помочь, рад ответить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи!